В этом видео вы узнаете об очень простой и удивительной практике, которая поможет решить ваши финансовые проблемы. Если вас преследуют постоянные неудачи и финансовые потери, что бы вы ни делали, деньги утекают сквозь пальцы на непредвиденные расходы, ломается техника, прорывает кран и так далее, и все ваши накопления утекают в трубу. Не стоит впадать в панику, все проблемы решаемы. Не стоит винить себя, что вы не можете решить финансовые вопросы. Ни в коем случае не считайте себя неудачником. Вы должны настроить себя на то, что в вашей жизни обязательно придут деньги и финансовая стабильность. Что вы достойны финансового благополучия и что вы достойны самого лучшего в своей жизни. И вот именно с таким настроем вам обязательно нужно сделать данную практику, а ритуал совершенно простой. Данная практика не привязана к Луне, ее можно делать в любые лунные сутки, и она совершенно простая, сделать ее может абсолютно любой человек. Вам всего лишь навсего нужно будет, когда вы будете ложиться спать, налить любую простую воду в стакан. Но стакан должен быть обязательно прозрачный. Кидайте в стакан с водой любую монетку, которая у вас есть, и после того, как вы бросили монетку, вы должны сказать такие слова. «Как монетка в стакане тонет, так и я в сладкие грезы окунусь, окажусь в денежном сне». В видении финансы пригрезятся, наяву ко мне назвать свое имя притянутся. Данные слова повторите 3 раза. После того, как вы сказали эти слова, возьмите свой стакан и поставьте рядом с кроватью, желательно у изголовья, и ложитесь спать. И пусть этот стакан у вас стоит до тех пор, пока вы не увидите сон о деньгах. Неважно, какой вам приснится сон, неважно, как вам приснятся деньги, но самое главное, вы должны увидеть сон о деньгах. Если вы не запоминаете свои сны, то после этой практики вы свой сон про деньги запомните обязательно. Неважно, сколько пройдет времени. Вообще, после этой практики сон о деньгах должен присниться очень быстро. После того, как вам приснился сон о деньгах, вы берете свой стакан, воду вы просто выливаете со словами благодарности, а монетку берете и сразу тратите в магазине. Вот и все. Вот такая совершенно простая практика. Но ее можно использовать не один раз, ее можно использовать часто. Она очень хорошо помогает в первую очередь наладить денежный канал, привлечь благополучие в вашу жизнь и быть более уверенным в завтрашнем дне. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.